Человек начинает храпеть, потому что его дыхательные пути сужаются, а глоточные мягкие ткани начинают вибрировать. После 30 лет храпом страдает примерно 20% жителей планеты. Преимущественно это мужчины. Почему именно мужчины? К этому существует ряд предпосылок. Первое. Больший вес, а после 30 лет склонность набирать лишние килограммы. Второе. Большее употребление никотина и алкоголя по сравнению с женщинами. Третье. Более мясистые ткани неба. Также выделяют три категории причин появления храпа. Первая категория – анатомические, это когда проблемы в строении или патологии носоглотки. К анатомическим относят такие проблемы, как искривление носовой перегородки, слишком длинный язычок нёба, полипы, аденоиды, патологии развития носоглотки или челюсти. Лишний вес – последствия травмы заболеваний носа и верхних дыхательных путей. Вторая категория – это функциональные причины, в результате которых носоглотка теряет тонус мышц. Функциональные нарушения – это дефицит или переизбыток сна, истощение организма, нарушение желез внутренней секреции, возрастные изменения и менопауза, прием лекарственных препаратов, курение и алкоголь. Третья категория – это синдром обструктивного апноэ сна. Синдром апноэ сна – это нарушение вентиляции легких из-за смыкания верхних дыхательных путей на уровне глотки в процессе сна. По факту происходит кратковременное удушье. Это заболевание опасно тем, что человек может не проснуться и попросту задохнуться во сне. Какой бы ни была причина храпа, необходимо пройти обследование у врача и устранить причину, чтобы сон оставался спокойным.